отель «Викинг». Привет, дорогие друзья, с вами я, Константин Талах, и мой блог Born to Travel. Я продолжаю свои путешествия по Исландии. Хапнарфьордюр, так называется это поселение. Вернее, это не поселение, а третий по величине город в Исландии. Собственно говоря, это и есть все достопримечательности третьего по величине города Харбарфьордюр.